Если в жизни человека есть долги, которые нужно возвращать, незащищенность, слабость, угроза потери имущества, это значит, что у человека отсутствует финансовая безопасность. Жизнь такого человека – постоянный стресс. Если в жизни человека есть защищенность, богатство, жизнерадостность, отсутствуют долги, это значит, что человек находится в финансовой безопасности. Человеку всегда сопутствует уверенность. Путь от стресса к уверенности – Global Intergold. Ваша финансовая безопасность.